Рейсный станок SR-4-2, в данном случае у нас вал двухножевой. Станочек у нас прошел полный капитальный ремонт, замены всех подшипников, всех узлов и агрегатов, подъема опускания, естественно, редуктор подачи. Электрика у нас в данном случае новая стоит. Подъем у нас электроподъем опускания стола и, естественно, у нас ручная доводка. Это у нас стопор вала. Включаем вал. Все привода у нас работают. В данном случае у нас одна скорость. Это 16 метров в минуту. Станок полностью обслужен, готов к работе.